Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Так, тут какая-то движуха непонятная происходит. Так, а чё ругаемся? А чё ты с пушкой наперевес бегал? Так, давайте помогать этим чувакам, чё? Чё тут за задание? Смогу, чё-то хотел. А не за что. Мы с отрядом обороняли мастерскую, но их было больше. Нас поймали и заперли. Они решали, кому из Сидов нас отдать. Иоанну, Иакову или Вере. Если сможешь найти и спасти остальных, я буду очень благодарен. Мне нужно время, чтобы перевести дыхание. Так, освобождение. Доп задание. Найдите пленников. Так, раз пленник. Два пленник. Три пленник. Так, какой самый ближний? 28. Вот это. Значит, идем за этим. Короче, каких-то челиков надо найти и освободить. Не понял. А где метка? Че? А, я понял. Ключ. Вот ключ. На прилавке? Или висит на стене сзади? Точно знаю, где-то там. Да я нашел уже. Вот, где открыть. Ну? О, здорово. Было бы совсем худо. Да, не похоже, что это заперто было. Какел, наверное, сидела, а? Это ты какая? А заперлась? Ой, а ты что, у нас танцуешь, что ли? Твоя железная не. Воля вдохновляет. Так. Next, чувак. Какой ближе? А, они одинаковые, тот и тот. Ну, давайте налево пойдем. У меня пикап убрали. Привет, дружок. Так. Тут контейнер какой-то. Сюда тачки приезжают умирать. Да зачем мне это? Да, да господи, боже мой, что ты делаешь, Дима? А, у меня биты нету. Или есть? Вот она есть. Вот. О, отлично. Вот это у тебя ствол. Да ты так-то сам бы мог открыть дверь. Просто зарядить и все. Так, еще один вон он контейнер. Блин, ну паркур тут ништячный. Оба-на, медведь. Ой, как ты быстро, Мишка, помер. Шкура черного медведя. О, это ты трупаченских каких-то завалил. Они как это, во льтом лежат. Так, еще один. Ах ты, тварина. Как он дернулся под электрошоком. Так, ну один чувак не спасся. Не, чувиха. Эх. А как же она тут с медведем ее заперли-то? Медведя аж заманили. Так, что там работает? А, это самолет, вертолет. Так, что за еще задание есть? Да так, у кого? Же, вот у тебя, да? Что, опять кого-то спасти надо? Нанять, поговорить. Мы считали Ларри чокнутым, а он ведь нас предупреждал. Все отвер... Блин, наш базар прервали. Так, где кто? Давай, пёсель. Обнаруживай. Да ком... Чё происходит? Да где? Хоть одного покажите. Так, это местный, это свой чувак. А только зачем он убежал, непонятно. Цель обнаружена! Я тут долго не продержусь! Да что ж ты делаешь, отмена? О! Да ладно. А, я понял. Транспорт уничтожен. Блин, чувак, куда ты пошел-то?
Ух ты, это какой-то королевский. А вип-сектант. Еще один. Так, еще один минус. Что за война начинается, я не пойму. Так, чувак, я с тобой хотел побазарить. Ой-ой-ой-ой. Кто? Где-то? Да, вон, наверху самолет летает. Блин. А-а-а, патрошек нету. Ладно. Атакую! Ну все, он дымится уже. Так, кто внизу? Давай с тобой побазарим. Мы считали Ларри чокнутым, а ага. Он нас предупреждал. Ага, да, я помню. Сотер родил про какое-то вторжение. Надо бы зайти к нему, вдруг еще что-то расскажет. Так, Ларри, Паркер, я понял, метку поставил. Все, садимся в тачку и едем до Ларри. Но сначала нужно закупиться патронами. Че там за вторжение? Инопланетян, что ли? Да перепрыгнешь ты, алё. Аля-ля-ля. Так, а кто продавец? Алё, дзынь-дзынь. Где продавец? Ладно. Походу, здесь самообслуживание. Так, боеприпасы. Винту. Бля. Ой, не-не-не-не-не-не. Это чё-то дорого. Чё-то вообще прям дорого. А можно просто патронов купить? Заблокировано. Нужен навык черный рынок. Ну ладно. Так, аптечки тоже не нужны. Ладно, патроны по пути будем собирать с трупиков. Так, стой, а тебе быстрее, надо помочь? Чего сопли жуешь? Помощник, они забрали жажду смерти. Дело дрянь. На нем был М-60. Надо его вернуть, пока ЭДМщики не изрешетили все вокруг. Да, Настя, у тебя рот закрытый. Он жрет бензина больше, чем я пью пиво. Если нам повезет, найдем ЭДМщиков на заправке. Ближайшие Golden Valley. Проверь. И чё? Где чё? Какой Golden L? Так, это не то. А, вот она, жажда смерти. Все вижу. Так, вижу. Так, чувак. Тебе отменяется пока. Давай мы сюда съездим. А потом до того. Сразу майнем. Так, только мне тачку давайте посерьезнее. Я не поеду на это развалюхе. Есть нормальная точила? Я слышал, что здесь сектанты держат машины. Нету. Где тачка? Мне нужна тачка. Give me car. Падла. Ой. Так, тачка там была, я помню. О-о-о-о-о, как раз для меня подогнали, отличненько. Так, где свои, где чужие? Так, снайперюга там один, да? Все, завалили его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это свои, типа, их освободить надо. Очень тебе благодарен. Ой, а, фу, чуть не завалил. Спасите! Ты чё орёшь? Пасту от грешников, и с Божьей помощью мы даем им отпор. Самые разные люди встали на нашу сторону. Они жаждут бороться с несправедливостью. Лидера лучшего, чем ты, им не сыскать. Да, лидера лучшего, чем я, мне им не сыскать, и мне тоже. Так, разбежавшееся стадо, я выполнил задание по ходу дела. А я чуть их не завалил. Здорово! Так, а вы кто? Пока мне не интересно, кто вы. Так, и ты мне не интересен. Я еду за тачкой. Из Форсажа. Ой, спалился, посигналил чувакам. Чё их? Приходи,
трубой завалить, что ли? Черт, черт! Им нужен грузовик! По газам, живо! Ага. Значит, они грузовик угнали, и мне за ним типа ехать надо, да? Так, а ты кто? Давай, пошли. Так, внимание, жажда смерти уезжает. Да, в рукопашку. На. Завалил. Ой-ой-ой-ой, по мне стреляют прям. Серьезно-то стреляют. Тихо-тихо-тихо. Я слышал переговоры, Святош. Они все еще где-то здесь. Гляди в оба. Так, места нет, это понятно, но мне патроны нужны. Я без патронов не поеду никуда. Так, здесь нету патронов. А что делать-то? Ага. Ага, у меня и патрончики есть на винтовочку. Сейчас я... Так, да вылези-то. Так, переносить ничего... Обыскать не надо. Корпус, стрелы какие-то. Зачем мне стрелы? Так. Где еще одного я завалил? Вот он. Ой-ой-ой-ой, кто стреляет? Кто стреляет? Ты где? Так. Да кто меня видит? А, вон он. Да пошел ты. Так, где тачка? Где тачка? Она должна кругами ездить. Тут скрипт такой. В любой непонятной ситуации тачка ездит кругами. А ее нету. А задание у меня есть? Отслеживать. Нет, это не то. А, вот. Отслеживать. Вот, я вижу. Ну, давай. Чей круче грузовичок будет? Так, как вернуть только? Вот как вернуть, это проблема. Да пошел ты. Так, вон он где. Так, этого сбиваем мы. Ладно. Падок по полям. Почти получилось. Так, а у меня патронов-то нету на УЗИ. Так, а если я просто подрежу? Давай, резко. Ты чё? Глупый, что ли? Ты чё делаешь-то? Так, местный житель спасен. Хорошо. Но мне нужно тачку забрать. Только искупив грехи, можно познать слово отца. Да... Запарил я тут по бездорожью мотать. Без этого не открыть сердце. На легковушке. Тихо, пенек. Мя-м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 я, выехали. И из-за тебя сопротивлению придется пострадать. Вы все ответите за злодеяние помощника. Вы все откроете свои сердца слову отца. Вы все скажете да. Так, это ж враг был, надеюсь. А то они как-то обозначаются слабенько. Так, для винтовки. О, нормально. Так, а для УЗИшки есть? О, 6 патронов. Я думаю, хватит. Так, а ты кто? Ты свой? А? Ну да.
Не стреляешь по мне, значит свой. Так, давайте мы вот этот брони... Супер тачку заберем. Так, где? Где он едет? А, вон он, вижу. Нет, вон он, вижу. Так, он ездит кругами, да? Значит, едем в эту сторону. Ой-ой-ой, а что-то происходит? Тут вертолет прилетел. Так, проскакиваем мимо. Так. А сюда он едет. Сейчас мы его встретим. Блин, мустанг, как бы его не это. Он стреляет. Что происходит? Да что такое? Кто меня завалил-то? Что такое? Почему так быстро происходит-то? А? Блин, спокойно поиграть не дают. Ходят, убивают. Так, останови... Так, задание я понял. Остановить и вернуть жажду смерти. Так, что у меня по патронам? Оба-на, чувак. Ты чё, стоп не заметил? Бля, это нападение кабанов. Так, тачка. Ты как едешь, тачка-то? Где она? Кружим по району. А, вот она как едет. Ну ладно, давайте подождем, засаду устроим. Так, тихо. Там еще внизу один был, я точно помню. Блин, все, патроны закончились. Ну ладно. Так, а с какого места тебя ждать? Мя-мя-мя-мя-мя. Откуда ты ехать-то будешь? Где мне засаду тебе делать, а? Тачуля. А, вот она по кругу аж будет ехать. Ну да, ну ладно, ждем. Бежим по дороге вперед навстречу. Ого, вот это кресты. Навожусь на цель. Чё, какая цель? На меня, что ли? Так, этого у меня нету. Ой, там кого-то спасти найду надо. Цель обнаружена. Блин, тут война идет, сейчас я... 5 патронов все потрачу. Так, чувак, я спас тебя. Господь будет милостив по любви своей. Ага, вон она, я вижу, ее едет. А, отвали ты, езжай. Вип-сектант помер. И тачка наша. Так, куда едем? А вот доставить вижу. Отвали-то. Просто топим в газ. Блин, а вот этот мустанг ничего так сидит. Может за ним вернуться? Блин, не успел задавить. Так, а ее что, ведешь, что ли, тачку или не? А вроде не.
Я тебе ручник, конечно, пригодится. Ты чё, такая тачка-то разукрашенная. Идите, хвалите меня. А я стреляю. Эдемщики, мать их. О, а куда отвезти-то? Отвезите. Сраные балаболы. Ну и стал их прижимать за любой проступок. В итоге получил за нетерпимость к вратам Эдема. Я понял. Ты прикинь. Оставалось только готовиться к худшему. Так что я запас дома жратвы лет на 10 и установил фильтры для воды и воздуха. Это понятно. Стрелять не забывай между разговорами. Люди смотрели на меня, как на придурка какого-нибудь. Мэ, а ты чё не умираешь-то? Мерл. И кто оказался прав, а? Ты стрелять будешь, не, чувак? Вашу мать, кто же ещё? А из-за грёбаных сектантов у меня ничего не осталось. Ясненько, я понял. Такой из тебя помощник себе. Рад тебя видеть. Не меньше, чем своего железного. Ты за рулем, а я стреляю. Да ты уже пострелял, да, я видел. Со здоровенной пушкой, чтобы поквитаться с эдемщиками. Приготовься. Да не за что. Эдемщики, мать их. Я с самого начала знал, что семейка Сидов — сраные балаболы. У меня стрелка нормальная, нормального. Разговаривать много он умеет, а стрелять нет. Поэтому у тебя и тачку, наверное, отобрали. Вот это вот джипик. Классно был. Ой, мустанга нет, уже угнали. Установил фильтры для воды и воздуха. Мерла, не спрячетесь! Оставалось только готовиться к худшему. Так что я запас дома жратвы лет на 10 и установил фильтры. Так, по-моему, ты уже такое рассказывал мне. Осталось только готовиться к худшему. Да, так, да, да. Запас дома жратвы лет на 10, лет на 10 и фильтры. Да, 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 я помню. Воздуха. Я месяцами этим занимался, готовился выживать. Люди смотрели. Сюрприз, говноеды! Инспекция к вам пожаловала. Вон оно чё. В жопе, ребята! А мне вниз надо. Ну давай, аккуратненько. Надо уничтожить баки с блажью. Покажем им. Дави эти баки! Да-да, я спущусь сначала. Так, баки. Мэм, мэм, подвинем чё. Да умри ты, гля, какой. Ой. Я понял, что за баки. Смотри! Там они держат блаж! Сильно не дергайся! Я целю! Тише! Тише! Ой-ой-ой, у меня глюки начинаются! Только еще осталось блаж! Больше здесь не будет! Мяу! Религиозной херни! Так, еще одна блаж! Ну все. Так, уничтожить оставшихся. Ну сейчас мы их будем. Мед. Ты чё? Ну давай раз на раз. Че, все? А это игра какая-то внутренняя. Обана, это что такое? Жажда смерти твоя. С ней такой дикий койот, как ты, сможет насолить секте гораздо больше, чем я. Передавай Датчу привет при случае, ладно?
Я понял. Ну все, тачка моя. Супер. Ну мне на самом деле грузовичок больше нравится. Там пулеметы есть, пулеметов можно стрелять. Так, давайте здесь мы обшарим сразу все. Посмотрим, что где есть, и будем дальше у нас помогать, значит, людям, человекам, союзникам. Господи, так, а тут какой-то... Я ж сюда подходил. Да, тут какая-то фотка. Ладно, будем смотреть, что тут за задание уже... За задание. За задание. Короче, уже в следующей серии. А, не залезу. Ну ладно.